Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу снять видео о дачах. То есть, смотреть такие вопросы, как может ли купить человек, состоящий на социале, дачу, сколько стоит дача в год, чтобы за нее платить налог. Также мы разберем вопрос по поводу каких-то особенностей при покупке дачи. То есть, это будет все в этом видео. В этом видео будет формат немного другой. Я снимаю это видео, и помощь мне оказала в съемке этого видео Мариана Гинда. То есть у меня очень много моих зрителей, которые смотрят мой канал, не только те, которые собираются переезжать в Германию, но и те, которые уже переехали в Германию и здесь живут. И вот эти зрители, которые здесь живут в Германии, мне оказывают помощь различную, получение информации. И одним из таких людей является Мариана Гинда. Вот. Она мне оказала помощь, то есть я еще как бы с этим вопросом не сталкивался по дачам, она уже сталкивалась, и поэтому информация предоставлена от нее. Так, начнем. Первое. Дачу тем людям, которые стоят на социале, купить можно. Как говорит Мариана, никто это не проверяет. Вот, поэтому купить можно, и у каждой, как бы, сообщества, у каждого сообщества дачного есть свои правила при покупке. Дается книжечка, в которой в этой книжечке все расписано подробно, что должны делать так называемые дачники. Вот, в каких-то случаях там описывается, что на участке на земельном нельзя выращивать одну траву, нужно выращивать какие-то еще грядочки, то есть цветочки садить, убираться там за забором, как должна выглядеть территория дачи. Все это расписано в этой книжечке, которая дается при покупке дачи. Дача покупается, как я понял, не в собственность, а покупается в аренду. И ежегодный налог за дачу платится в размере 160 евро в год. Плюс еще дополнительно оплачивается вода и свет, это где-то в районе 30 евро. Ну, грубо говоря, если взять, то в районе 200 евро в год выходит дача. Еще также на дачах, как и здесь, на всей территории Германии есть тихий час, когда нельзя производить какие-либо шумные работы, то есть косить траву и тому подобное. Ну, вот мы вкратце разобрали вопрос по дачам. То есть дачи покупать, кто стоит на социале, все-таки можно. По словам Марианы, никто не проверяет это, потому что соседи у них купили, никто не проверял. Второе. То, что за дачи ежегодно нужно платить в размере 160 евро, плюс где-то 30-40 евро за свет и воду. То есть получается 200 евро в год нужно платить за дачу. Третье. Дача берется не в собственность, а в аренду. Ну и, в принципе, это все вопросы. Еще один из вопросов. То, что при покупке дачи дается специальная, как бы, инструкция по пользованию дачи, можно так назвать, что можно делать и что нельзя делать на даче. На этом будем заканчивать это коротенькое видео. Спасибо большое за информацию Мариане Гинда. Очень рад, что мои зрители помогают мне. Очень рад, что есть такие люди, которые это делают совершенно безвозмездно. И таких людей становится, по моим наблюдениям, все больше и больше. Очень-очень этому несказанно рад. Спасибо вам, дорогие телезрители мои, что вы есть у меня, что смотрите мой канал. Если вам видео было интересно, ставьте лайк. Если кто-то не подписался на мой канал и хочет это сделать, подписывайтесь. Буду этому очень рад. Смотрите мои новые видео. Всего вам доброго. Bis bald. Tschüss.